Эта игра выносит мне мозг, я не знаю, как ее пройти. Она слишком умная для меня. Боже мой, заходите на видео, помогите в комментариях, пишите, как пройти. Так. Привет. Витёк на том экране, я сегодня пушистый, нежный, большой. Потому что игра, в которой я играю, вертикальная, она играется в телефоне. У меня есть чатик, у меня есть немножко хриплое горлышко. Ну, в общем, все как надо. Игра Brain Out. Это самая умная игра для самых глупых. Ну, как так сказать? Она глупая, но при этом умная. Возможно, она хочет казаться быть умной, но вы понимаете, о чем я говорю. В общем, тут нужно будет выполнять задания, которые нам дают. И это будет не так-то просто, как кажется. Блин, ему кофта норм. Да, мне кофта норм. Она мне идет. Я еще сегодня... У меня не бритябрь продолжается, хотя сегодня 1 декабря, но... Ничего страшного, завтра уже будет все как надо. В общем, первый уровень я не играл, я видел, что другие в нее играли. На самом деле, я первый раз увидел, что в нее играет какой-то китаец, это было почти месяц назад. Я ее занес себе в список и подумал, ну, наверняка наши русские доберутся до нее, как только доберутся, можно будет попробовать. Вот, они вроде как добрались, там кто-то уже начал в нее поигрывать. Ну, значит, самый смак взять сейчас и пойти тоже рубануть. Найти самый большой, это Витя. Смешно. Но как по мне, самый большой это арбуз. Ну, потому что... Он просто сейчас далеко. Мы же с вами в суперламинат играли, мы знаем, что большой не значит маленький. Ну, то бишь... Ну, вообще логично, да, большой не значит маленький. Ну, то есть большой предмет может быть далеко и выглядеть маленьким, поэтому... Это арбуз. А что такое подождите? Интернет с ней не работает. Конечно, если оно будет работать, тут реклама будет все вот так вот измазано. Сколько уток? Раз, два, три, четыре, пять. Это цыпленок. Шесть, семь, восемь, девять. Давай искать еще уток. Может быть, они как-то запрятаны? Я вижу 9. Сколько видите вы? Сладенькая моя. Он меня сладенькой называет уже. Смотри, какой любимый мой. Ну, пока ладно. Пока умная игра. Кто выше всех? Солнышко, конечно же. Но оно вообще так высоко, что даже рукой не дотянуться. И карам не долететь, как говорится, крылья сожжешь. Хомяк классный, мне нравится, так нарисован. Слово утка? Что слово утка? А, слово утка ты хотел посчитать как утка, да? Солнце невысоко, оно далеко. О, лепеха, лепеха, и ты спать пошел. Мне, кстати, сказали, что в следующий раз, что лепеха напишет, прочитай и сделай наоборот. Вот ты сказал, что солнце невысоко, значит солнце высоко. Я бы сейчас показал тебе символ какой-нибудь прикольный, но... Аплодисменты-то мне. А тебе как и горит, как обычно в лотке валяться. О, можете ли вы найти тот, что отличается от других? Так, да лучше донат послушаем, согласен. 100 рублей от достопочтимого Анна. Новый год скоро. Все как и всегда. Ну, мы не об этом. Мне показалось, или это игра для дошколят? Не сильно депрессую на твоем стриме, потому что приятно. Теряя. Ребята, игра для дошколят, записывайте. Записывайте. Говорит, арбузики можно подвигать. А, здесь все в этой игре можно подвигать? Я просто раньше не пробовал. Лепеха. Ну он откусил, главное, и спрятал, а? Говнюка. Вот он. Я нашел. Ну спасибо, что подсказали, что можно двигать. Я подумал еще.
Создайте прямоугольник. Ну что, создайте прямоугольник. А квадрат это не прямоугольник, типа? Или это типа не квадрат? Вроде квадрат. Смотрите, с квадрата можно сделать. Квадрат это уже прямоугольник, если вы не в курсе. Здесь это действительно какая-то странная игра. Почитайте описание квадрата. Ну вот просто откройте учебник или где-нибудь там в гугле. Квадрат это прямоугольник, у которого все стороны равны. То есть это уже прямоугольник. Чем мне его искать, чем мне его создавать? Засунь все в квадрат. Нет, я понял, как это сделать. Но это глупо. Это для кого игра, я не понял. Для дошколят, что ли, как Анита написала, или как? Может быть, все-таки поумнее что-то будет? Мне говорили, что эта игра, ну, очень умная. Ну, прям она... Сколько треугольников в пентаграмме? Это пентаграмма? Сколько треугольников? Ну, давай считать. Раз, два, три, четыре, пять. Увеличиваем масштаб. По два берем теперь соседних. Шесть. Семь. 8, 9. Здесь как-то больше уже не берется, да, другие? Так, еще больше берем масштаб. 10. Я вижу 10. Как-то еще можно. Здесь уже трапеции пошли. Я 10 насчитал. Кто-то кричит 11. А, конечно же, вот этот вот я не посчитал. Да, 11. Главное, считал, когда думал, главное не забыть вот этот посчитать потом. И забыл. 11, да. Доставайте ваши хлопалки. 12, потому что вот С. Вау, вы гений. Чувствуете, игра признает во мне гения. Найдите самый большой костер. Сейчас, погоди. Я ничего не жал. Ну, конечно же, не один из них. Я думаю, их надо сложить. Она, мне, человеку, который прошел суперламинат, предлагает такую легкотню. И я даже чат не читал. Это было очевидно, что костры нужно сложить, я не стану больше. ЧСВ? Не знаю такого слова. Какой номер под припаркованной машиной? Этой загадкой? Ну, по-моему, вот, ну, все уже ее знают. Может, машину подвинуть надо? Получается 60? Погоди, с какой стороны? Смотри, ты черт побери. Или 0,9. Не, по идее, все-таки отсюда смотреть надо, да? Потому что оттуда какая-то дичь получается. Какой-то L2. Пусть будет 9. Слишком прямолинейная игра. Какую оценку вы бы дали этой игре? 10 очко. Я бы этой игре отдал очко. Льнам или пёхе. Высший балл. Конечно же, это правильный ответ. Благодарим вас за поддержку. Хотите оценить нас? Конечно. Уже два раза оценил. Я думаю, теперь будут самые сложные уровни. Это 10. Разбудите сову. Надо убрать солнце за дерево. Нет, вообще за экран. Наступит ночь, сова проснется. Слушай, я думал, не понадобится. Смотрите, я сидел, у меня сейчас сабчат был. Ну, то есть, могли писать только подписчики.
Я думал, сейчас я включу вот эту игру, и все, думаю, она будет очень сложной, мне нужно будет много подсказчиков, а там будет 1500 коллеги, у которых деньги есть только, да? Вот. Нет, ребят, оказывается, эта игра настолько глупая, настолько легкая, настолько элементарная. Пожалуйста, напишите правильный ответ. Ну, правильный ответ это 9. Ну, тут вот это 3 неправильных, а тут правильно будет 9. Блин, для нубов реально. Нажмите на фрукты слева направо, затем нажмите на шестиугольник, круг и прямоугольник. Это было сложно, что ли? Вы должны выиграть игру. Зои, хэ, вы, о. И сейчас ставит х, сейчас ставит о. Сейчас ставит о. Я должен в любом случае закрывать сюда. И сюда. Да? И как мне выиграть игру? Я думаю, мне нужно ставить хэ. Можно хэ перенести на меня? Нет, хэ на меня не переносится. А может два раза просто поставить и все? Какой чит, а? Какой читер, боже мой, вы жульничаете? Не-не, я ж не нема лепеха. Я ж не нема лепеха, ребят, ну как я могу жульничать? Найдите цыпленка. Опять двигать надо. Потрясти надо. А ну, курочка, выдай мне. Вот он. Ребят, я не читал чат. Я просто по наитию думаю... Где можно взять цыпленка? Ну, можно из курицы вытрясти его. Я знал, что вы сможете найти цыпленка. Найдите самый темный цвет на экране. Вот черный. Для нуба, что ли, для какого-то. Слушай, меня разводить пытались по телефону. Звонят, говорят, да вы выиграли 100 миллионов рублей, дайте только вот это вот. Да. Ну, конечно. Посчитайте количество волос. А это что? Это брови? Что это? 3. Помогите утенку попить воды. Утенок, иди пей воды. Боже мой. Погоди, а можно было колбочку еще развить или что? Напоминает мне историю о воронах, пьющих воду. Ты можешь решить эту задачу. 1 плюс 0, 7 плюс 0, 3 равно 2. 2. А, тут что-то двигается. Вы становитесь все лучше и лучше. Да я вообще великолепный. Найдите что-нибудь съедобное. Я правда не понял, что это такое, но я сразу понял, что они как-то совмещаются. Ребят, очень легкая игра. Если вы играли в эту игру и не могли что-то пройти... Ой, ребят, мне вас жалко. Животные проводят спортивное мероприятие. Кролик, обезьяны и пони бегут на перегонки.
Помогите кролику выиграть. А, надо начать нажать, да? Ну, ты дерзкий кролик. Это надо начать. А. Мне еще теперь три кнопки надо, да? Чтобы и это держать, и это сохранить. Погнали. Неудачники. It's Mobile Gaming. Ай-яй-яй, маленький кролик жульничает. Ай-яй-яй, Немо Лепеха, маленький кролик. Помогите, где мое кольцо? Я думаю, песик сожрал. Нет? Песик, жри. Песик, жри. Ого! Сейчас песик покакает. Фу! Какие буквы алфавита латинского люди любят слушать больше всего? A, B, C, D. C, D. Я люблю слушать C, D. Ха-ха-ха. А следующий вопрос супер простой. Не курить. Положите 3 монеты в копилку. Сколько там теперь монет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Знаете, как по мне, японские упоротые игры и то сложнее были. Ну, потому что это вроде бы игра претендует на то, что... Ну, она умная! Она капец умная! Но при этом здесь сложность настолько маленькая, что в упоротой игре, там, где ты как бы должен ржать, и то сложнее. Так голоден. Приготовьте что-нибудь поесть. Давайте сейчас этот... доставку закажу просто и все. О, что это я сделал? Так, это банан. А это вишенка. О, яишенка со звездочкой. Вкусное яйцо пашот. Ну реально для детей же. Слушай, ну я не ожидал, что для детей. Да ты чё? Я когда... Я видел... Я сам не смотрел, как проходит. Я вижу, как люди пишут. Эта игра выносит мне мозг. Я не знаю, как ее пройти. Она слишком умная для меня. Боже мой, заходите на видео, помогите в комментариях, пишите, как пройти. Я думаю, ну, реально сложная, значит. Ну, я же как-то о людях все-таки хорошего мнения, доброго все-таки, прежде всего. Но оказывается, я зря так о людях думаю-то. Это пашот какая яичница. Пашот?
Это мой друг в институте. Его Пашка звали. Купился на стандартную рекламу? Какое минимальное количество разрезов необходимо для разрезания круга на 8 равных частей? Четыре. Четыре, по-моему. Раз, два, три, четыре. Разрезов. Ну, теоретически его можно сложить и вообще один раз резануть. Один. Ох, какая это изи игра, ребят. Ну какая она элементарная. Кто ее не прошел? Покажи, тыкните мне пальцем в человека, который ее не прошел. Сами потом тыкайте пальцем в этого человека и говорите, ну как ты ее не прошел? Это же элементарнейшая игра. Сколько тут муравьев? Сколько тут уровней, кстати? Сколько тут муравьев? Сколько муравейники? Я не знаю. Один, два. Может их муравейник? Три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, я пока 7 типа вижу. Мне рисовочка нравится в игре, она прикольная. А достать я теперь могу из экрана? Нет. Ноль. Ну, ноль же! Че ты? Че ты? Ноль! Ладно, пусть будет 7. Ну, это понятно. Под камнем еще пятеро, наверное. Но как его снять, я не знаю. 166 уровней? А-а-а, сложные уровни потом будут. Увеличить камень? Понял тебя. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 17. Узнайте правила и запишите ответ. Ну, это типа двоичная система. 1, 2, 10 это 2, 11 это 3, 101 это 5, 110 это 6, дальше идет 111 это 7, потом идет 1000 ровно это 8, 1001 это 9. Слушай, ну для кого рассчитано-то, а? Нажимайте на бабочку над текстом. И она не передвигается. Ну, давай текст передвинем. Пожалуйста, включите вентилятор. Разрыв соединения. Опять что-нибудь приблизить, отдалить. А, надо замкнуть двумя пальцами, да, это и это место. Не забывайте, что человеческое тело может проводить электричество. 220. Найди 8 животных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тучка это не животное. А, вот дождик пошел, смотри. О, червячок выполз. Все с вами понятно. Помогите ребенку уснуть. Соску на. Чего нет? Мечом по лбу на. Слезы надо выкинуть. Жопе дать. Качать его.
Уснуть? Вы что, прикалываете? Мне сейчас надо телефон трясти, что ли? Надо покачать телефон? И как мне это сделать? Издеваетесь надо мной, да? Есть два ключика, пропускаем. Ну, понятно, что там нужно было покачать. Но мы не смогли. Ой, оказывается, мы так долго уже играем в эту игру. Говорил, говорит, что игра простая, сам уровни пропускаешь. Ну, я-то пропускаю из-за технической невозможности их прохождения. Ты же понимаешь, это разные вещи. Ну ладно, давай последний, 33-й. Вопрос стереотип. Стереотип. Кого бы вы спасли? Свою маму или свою девушку? Обоих бы скинул, да? То и то неправильно. Стереотип. Что-нибудь там приблизить, отдалить. Здесь опять, что ли, трясти надо смартфон? Будет, конечно, проблема. А можно опять на двоих нажать, да? Ку и А сейчас мы будем использовать. Сейчас на обеих. Давай. Ну, под эти классные аплодисменты, я думаю, мы пока остановимся. 34-й уровень. Подведите машину к дорожному знаку. Этим мы будем заниматься в следующий раз, если вдруг интересно будет. Да ты силач, не говори. Игра, конечно, умная, но пока глупая. Вот. А что будет дальше, пока не знаю. Мне приятна музычка, она расслабляющая. Хотя я не знаю, может, я ее выпилю и сделаю другую какую-то. Более будоражащую, потому что под это можно заснуть слегка. Мне нравится рисовочка в игре. Она очень даже приятненькая. Совершенно вообще не отталкивающая, даже очень милая глазику. Ну, какие-то задачки тут, да, ну, технического плана есть, подляны. Но, в принципе, пока немного, слава богу. Так что я готов продолжить. Но нужно как бы подтвердить ваше желание это увидеть. Ну а пока, спасибо за внимание, это был Brain Out. Пока.